Сегодня, 19 июня, отмечается Международный день пешей прогулки. Мы решили узнать у жителей Брянщины, любят ли они гулять пешком и сколько шагов нужно проходить в день, чтобы оставаться здоровым и счастливым. 10 000, я в основном на велике больше катаюсь, в силу работы. Не могу точно сказать, но я хожу много. Зачем сидеть в четырех стенах, если можно выйти? Движение – это жизнь. В Брянске много. Наверное, больше 10 000 точно. Часы разряжены. Потому что это хорошее кровообращение, это мини-спорт, и это всегда нужно и необходимо для здоровья. Движение – это жизнь, природа. Ради этого и ходим на прогулки. Насладиться тишиной, посмотреть на красоту. Спорт – это жизнь вообще, поэтому нужно ходить, заниматься, бегать. Если мы рассматриваем наш город, то это Майский парк. Мы вчера были в Майском парке в Бежице. Курган – красивое место. Ну, здесь достаточно часто с девушкой гуляем. И в районе площади Ленина. Я люблю гулять в разных парках, где есть, типа, деревья, есть цветы. Я их люблю фотографировать и потом рисовать. Я говорю, это Супонево, Андреевский, Луг, вот. Те места там, где именно нет асфальта, природа. И босиком желательно, тут босиком не походишь. Курган, Свенский монастырь. Брянск – прекрасный город, особенно для экскурсий. Посмотрите, есть что здесь в Брянске, даже наш, кто приезжает в гости.